Отстранение сознания меня беспокоит. На работе время спокойно проходит. Дома бог знает, что у Лёши происходит. Также кошмар ночью меня беспокоит. Давно стихи я так открыто не писала. Вчера на Тёмина приехав, я весь вечер прорыдала. Ночью от ночных кошмаров я страдала. Ох, лучше бы в своей жизни ничего я не меняла. Жить без Лёши очень плохо здесь мне стало. Ворочаясь всю ночь, я все время лишь страдала. Знаю, что расстояние тоже лечит, но как раз меня оно по-настоящему калечит. Джапу без настроения я читала, о Лешеньке своем думать я не перестала. Лучше б села дома я теперь и почитала, но ведь не о такой-то жизни я мечтала. Я мечтала с Лешенькой дружить, прийти к нему и счастливо зажить, но рассрочка мне покоя не дает, и жизнь меня пока счастлива я не ждет. Резко обижать мой Леша меня стал, на его обиду ему разум мой воздал. В итоге я приехала к своим родным сюда, надеясь в жизни лишь на чудеса. Но чудес, как стало ясно, в жизни не бывает, и Шри Кришна лишь один об этом знает. В смятении сейчас мой разум пребывает, ведь перед медосмотром он стресс один лишь испытает.